почему ничего не получается в жизни. Неудачники абсолютно не ценят свое время. Любой успешный человек скажет вам, что время – самый ценный наш ресурс. Люди, которые достигают успеха, время ставят даже выше, чем деньги. А чем занимаетесь вы? Почитали Твиттер, потупили на сайте Фишки.нет, Я плакал, Баш, полайкали фоточки в Фейсбуке или ВКонтакте, в Одноклассниках, не знаю, где вы там сидите. А ведь вы каждый год строите планы. Каждый год вы обещаете себе, что вот в этом году я буду прям пахать. И все по новой. Вашим планам не суждено осуществиться. Все потому, что вы не уделяете нужное количество времени выполнению задач. Научитесь управлять своим временем. Научитесь говорить «нет». Это будет неплохим шагом в сторону успеха в любой сфере вашей жизни. Совсем не трудно принимать решения, когда знаешь, какие у тебя ценности. Рой Дисней. Аутсайдеры путают занятость с продуктивностью. Ошибочно считают, что продуктивность напрямую зависит от занятости. Поэтому неудачники берутся за все подряд. Они принимают участие в чем угодно. В результате распыляют свои усилия в никуда. Единственное, куда они направляют свои усилия, это их цели и их ценности. Запишите ваши цели и стратегию их достижения. Это поможет вам определить, куда же на самом деле нужно направлять свои усилия. Дело тем вернее свершишь, чем важнее его считаешь. Да, ваш босс действительно козел, и вы реально ненавидите свою работу. Но это не повод делать все посредственно. Вам платят, чтобы вы находились на работе и чтобы вы качественно выполняли свою работу. Нужно стремиться к совершенству, независимо от обстоятельств. Это называется зрелостью и мудростью. Неудачников вполне устраивают плохие оценки. И они не думают о том, чтобы стать лучше. Одно из главных правил жизни – она возвращает усилия, которые вы прилагаете. У меня просто все плохо с цифрами. Мне действительно не даются языки. Мой мозг не способен изучать программирование. Я недостаточно жесткий для того, чтобы вести свой бизнес. Это все фразы неудачников. Они сами себя ограничивают. Забудьте о том, что у вас есть ограниченный набор навыков и умений. Перестаньте думать, что все вокруг умнее вас. Это неправильный путь. Прикладывайте больше усилий, выкладывайтесь на полную, тогда вы будете успешны. Неудачники всегда ищут логичные причины своих неудач. Они ищут причины, почему им не стоило что-либо делать. И все-таки находят их. Неудачники перебарщивают с тем, что называется быть реалистом. Они постоянно находят оправдание своей бездеятельности. Вместо этого они могли бы просто попробовать сделать. Как только ваш мозг начинает искать оправдание, вам нужно его остановить и активизировать тот механизм, который запускает желание что-либо делать. Запомните то, что я сейчас сказал, это очень важно, и попробуйте поэкспериментировать. Вы можете легко судить о характере человека по тому, как он относится к тем, кто ничего не может сделать для него. Иоганн Гёте. У неудачников нет социальных навыков. По крайней мере, я говорю честно. Я такой, какой я есть, смирись с этим. Такие фразы произносят неудачники. Неуспешные люди ведут себя высокомерно, не имея для этого оснований. Кому нравятся показушники? Вот и не будьте им. Очень легко быть милым и вежливым с тем, кто тебе нравится. А вы попробуйте вести себя хорошо с тем, от кого вы ничего не сможете получить. Есть отличное выражение, что лучший способ проверить характер человека – это посмотреть на его поведение в очереди и на отношение к обслуживающему персоналу. Еще один хороший способ узнать человека – посмотреть на его реакцию, когда вы испортите его вещь. Самое смешное то, что неудачники сами себя называют модным словом «прокрастинаторы» и абсолютно этого не стыдятся. Они совсем не понимают ценности времени. Их вполне устраивает жить вчерашним днем. Неудачники живут так, как будто у них в запасе есть еще одна жизнь. Но на самом деле ни у кого нет возможности поставить жизнь на паузу и отмотать немного назад. Усвойте, что вы умираете с того момента, как родились. Каждый день – это подарок. Вы можете делать что угодно, но учтите, что завтрашнего дня может и не быть. Сделайте сегодня –
Вы завтра скажете себе за это спасибо. Лес Браун. Это слишком простое правило для неудачников. Неудачники предпочитают размышлять, но не действовать. Красиво говорят, красиво мечтают и планируют. Но неуспешным людям не хватает толчка к действию. Хватит мечтать и начинайте делать. Существует одна легенда. Она гласит, что однажды жил пастух, который был мал ростом и не был воином. Он посмотрел на великана и сказал: «Я поборю тебя и отрежу тебе голову». И сделал это. Испытания сложны ровно настолько, насколько вы себе это представляете и насколько позволяет ваша слабость. Неудачники этого не понимают и быстро сдаются. Они сдаются в тот момент, когда ситуация становится дискомфортной. Не бывает роз без шипов и радуги без грозы. Испытания не только приближают нас к цели, но и делают из нас тех, кем мы и не мечтали стать. Не бойтесь страхов, боритесь с ними. Это откроет перед вами новые просторы. Да-да, мы снова говорим о том, что нужно выйти из зоны комфорта. Чтобы узнать свою силу, нужно сразиться. У вас нет своего мнения, и вы не можете принимать решения. Не в состоянии поддерживать умные беседы, не можете думать открыто, если тема не из вашей сферы. Неудачники думают, что все должны думать так же, как они. Неуспешные люди не читают, не учатся в школе, максимум оканчивают среднее образование и какой-нибудь колледж, потому что так надо. Даже если они не доберутся до предела своего потенциала, им на это плевать. Они способны скучать в мире радости и чудес. Самый тихий убийца – это апатия. Найдите себе увлечение, займитесь этим, даже если вам за это не платят. Не платят пока что. Используйте свой талант и найдите ему применение. Я надеюсь, что это видео поможет вам и прояснит вам, что вы именно делаете в этой жизни не так. Если вы заметили хотя бы 3 пункта из этого видео, это тревожный звоночек. Задумайтесь, в какой точке вы сейчас находитесь, а какой хотели бы достичь. На этом все, пока, до новых волнительных встреч. Ставьте лайки, жмите колокольчик, комментируйте и читайте комментарии. Там иногда умные люди пишут умные вещи. Следующее видео появится, когда это видео наберет более 20 000 просмотров. На этом все. Пока. Всем peace.